что сердце рвет отца на части, что причиняет ему боль, когда он зрит детей в несчастье, и нет ответа на любовь. О Боже мой, Отец Небесный, Создатель наш, Отец отцов. Улов, казалось, был чудесный, но я к ответу не готов. Сижу один в недоумении, печаль снедает, ест меня. Скорбь о детей моих спасении и память адского огня. Смотрю, как дети погибают, пытаюсь что-то предпринять, но слов моих не принимают, не знаю, как детей спасать. За них я плачу и молюсь, им поучения говорю, и так один я годы бьюся, чтоб пробудить у них зарю. Но солнце жизни не восходит для столь любимейших детей, и Бог грехи у них находит и долго держит у дверей. А за дверями Божье царство, там мир, покой и благодать. Там неземное государство и то, что здесь нам не видать. Очнитесь, дети дорогие, зовет вас любящий Отец. Молитесь, кайтесь, не сдавайтесь, живите именем Христа. Пред Богом искренно смиряйтесь и не сходите со креста. Я думал вас спасти богатством, венец готовил золотой, но, видно, надо вам спасаться одной лишь духа нищетой. Благословенные уста сомкнулись, слова иссякли под венец. Дай Бог, чтоб дети все проснулись, и подпись «Любящий Отец».